Сегодня мы вновь будем спарринговать. Сегодня приедет паренек, который готовится к чемпионату Москвы. Two-step boxing. System. Данил Корж, ребята, он поиграл. Хорошо, хорошо, Даня, хорошо. Хорошо. Умница. Хорошо, выныривать и бить. И вот так, хорошо. Время. How do you feel? How do you feel? I'm feel, скажи. I'm feel. I'm very feel. Итак, друзья, всем привет! Вы находитесь на канале «Братья Воробьёвы. Путь к чемпионству», а я нахожусь в боксерском зале «Цезарь». И сегодня мы вновь будем спарринговать. Сегодня приедет паренек, который готовится к чемпионату Москвы. Молодой, но такой, достаточно физически сильный. Я, так посмотрел его хайлайты. Такой видно, что двигается неплохо. И он сегодня придет со мной поработать в парах. Я просто закидывал в историю видео, что, ребят, кому по кайфу там, можете поработать, приехать. И вот он согласился и сегодня, надеюсь, приедет. Потому что один парень должен был приехать, и он, короче, пользователь был не найден, так сказать, отморозился. Знаешь, братан, очередной, да. Короче, все, договорились. Я понял, ультиматум, спасибо, ребята. Ультиматум, спасибо за материал, да. И Антону Юрьевичу тоже. Юрьевич, спасибо, брат. Чек он оставил, чтобы мы отдали деньги. Да? Да. Потеряемся, как тот пользователь. Да, да. В общем, сегодня мы в парах поработаем, короче. А так, в зале обстановка нормальная. Вадим пришел. Вадим потренировался уже. Сейчас просто я убью. По лапам побил. Вот. Ребята тоже как бы делают, исполняют. Как обычно, они это все делают без спарринг-партнеров. Обратите внимание. Две недели, бро, две недели. Две недели, хорошо. Все, ребят, через две недели ждите наш спарринг с Лендрушем Акопяном. Ребят, я вам не рассказал тему-то, пока Юра тейпирует меня по поводу чувака. Мы пришли, то есть мы договорились. Он говорит, можно я с собой девушку с собой свою возьму? Че он, блядь, циркач, что ли, какой-то? Туда-сюда, я говорю, да, без проблем. Но я, говорит, давненько не спарринговал, шлема, перчатки раздал, если что есть, я бы нашел для него шлем тут, перчатки. Это очень странно, знаешь. Да, и он говорит, я ушел в панкратион. Короче, я потом понял, что это борьба, и он говорит, что я физически силен, но боксерские навыки все равно сейчас как бы по-любому подупали из-за того, что в основном борьбой занимаюсь. Все, на три я еще ему в силе, он говорит, в силе. А, это в тот раз? Да. Все, понял. И, короче, ждали, мы уже затейпировались с Юрой, думали, поработаем в парах, я захожу к нему на аккаунт, а там написано «Пользователь не найден». Я потом узнал то, что, оказывается, он меня просто заблокировал. Да. Он просто сначала такой, круто, поспарингуем. Да, я готов, и, видать, за ночь немножко подгорел, и просто не мог написать мне, что я уже не приду. Странно, почему? Его же никто за это не осуждал, но даже его выбор. Да. Мы же его не хотели его там, а что ты не пришел там? Да. Застал там. Просто разные могут быть обстоятельства. Причины могут быть разные, конечно. Это нормально. Совершенно нормально. Вот сегодня паренек придет, я надеюсь. Чувствуется, что он придет. Парнишка, знаете? Да. Как он боксирует? Он боксирует 69 килограммов. Он 69, да. Боксер-любитель. Выигрывал турниры класса Б. Турниры, где можно выполнить кандидата мастера спорта. Угу. Он говорит, мне и самому будет просто полезно то, что я сейчас готовлюсь к чемпионату Москвы. И было бы славно, если бы мы, говорит, поработали. Я хочу сказать то, что ты сделал в этот раз быстрее, чем тогда. Хорошо. Значит, твой скиллс растет. Да, скиллс. Все, ребят, мы затейпировались. Мы идем, посмотрим, сейчас пришел паренек, нет? Пока что вам покажу немножко, как Тимур Никулин сейчас бьет своего соперника очередного. Обратите внимание, как выглядит его соперник. Да. С ним в паре работает Лендруш Акопян, но он работает чуть подальше. Он работает голыми кулаками, обратите внимание.
дабы привыкнуть к этой атмосфере. Все, ребят, пришел парень, пришел. Вот он. Тогда смотрите, висит у него здесь шлем, как бы, как у настоящего боксера. Данил Корж, ребята, он поигнал. Все, будем сейчас тренировать. Это он на спарринге приехал получать. Ой, спарринговать. Я шучу. Вот, смотри, залетай сюда. Вот это раздевалка, короче. Все, мы там ждем тебя. 3 минуты, концовочка, взорвался. Давай на английском. 3 minutes. Come on, baby, let's bounce. Дергай постоянно. Нырками подходи тоже, Данил. Вот, вот, и отсюда надо бить. Защищайся, ныряй на его удары, бей. Подставься, он подошел, пусть отработает. Вот так. Выкинь один, чтобы он не оставался. Ты на меня не смотри. Protect yourself for all time. Хорошо. Вот так, хорошо, ноги на месте, отлично. Раз, два к нему. Хорошо. И вот это, ага. Время. Хорошо. Нужны нырки. Давай, поехали. Вот и бить, выходите бить. Хорошо, молодец, хорошо, работай, не надо эти пожимания, никому не нужны, там никто тебе не будет руку жать. Как дадут, блядь, в башку. Назад отошел и сразу к нему. Да, хорошо, видишь, не провалился, молодец. Хорошо. Во, умница, вот это я хочу. 1-1-2, я тебе уже сказал, 1-2, не надо. 4 удара, они не нужны. Лучше 2 зрячих, чем 10 незрячих, ненужных. Хорошо, Даня, хорошо. Продолжение. Даня, нужно продолжение. Один и стоишь, смотришь. Уклон дальше продолжать. Вот тут продолжение нужно. Работай. Руки не надо пожимать, эти глупые. Движение. В бою никто не даст тебе руку пожимать. И сразу вот ты, умница. Все время за это делать. Тун и удар. Хорошо, оттянись еще ударь. Хорошо, отличный момент. Хорошо. Мысль хорошая. Хорошо. Вкручивай. Если ты видишь, что вправо ушел, да. Хорошо. Отлично. Хорошо. Ближе. Вот так. Ага. Слушай, так же ты работаешь. Да. И бить. Ты хорошо и бить. Хорошо. Обмануть и показать, что бьешь живот ты туда. Хорошо. Вот так. Иди, вот, подхватить. Ой, не сбоку. Да, и... Хорошо. Живот. Хорошо. И уже еще два. Вот так. Левый сбоку, правый прямой после этого. Хорошо. Вот так. Хорошо. Дергай, Серый. Дергай. И перевод. Отлично. Хорошо. Дальше. Дальше. Хорошо. Работаем. Прицепись уклонами, да. Вот так. Уклон. Цепляйся. Хорошо. Ага. Хорошо, отлично. Умница. Хорошо. Время.
Итак. Обманывай, обманывай. Да, скрывай, скрывай, скрывай. Обманывай. Умница, отлично. Хорошо. Выйди. Вот, 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 ножки готовы. Хорошо. Хорошо, хорошо. И на два навстречу и два вперед. Да, вот так. Два навстречу и два вперед сразу. Хорошо, отлично. Давай. Хорошо. Хорошо, выныривать и бить. Сядь и ударь. Вот так, сядь и ударь. Хорошо. Левый снизу, левый сбоку. Хорошо. Вот, отлично. Отбой, казалось, чуть ноги не готовы. Вот так, умница. Хорошо. Еще, погнали, погнали. Вкладываем, вот так, еще. Еще, еще. И вот так, хорошо. Время. How do you feel? How do you feel? I'm feel, скажи. I'm very feel. Вот парень пришел. Two-step качает? Two-step качает. Молодец, хорошо. Воин. Вот так это когда начинаются спарринги, так уже раз, так перчаточки так немножко. Нет, так уже когда спарринги заканчиваются. Ну, заканчиваются, но имеется в виду первые спарринги, там нет такого, знаешь, так что-то вроде чувствуешь пока, а потом уже начинается, да, так кровушка течь, да. Ну, может, не попал где-то еще, но это нормально. Но это нормально, это наша работа. Да, да. Ну все, спасибо тебе, братуха, за опыт и за то, что поработать. А души пригоняй, да, еще. Корешков с тобой бери. Хорошо. Поработай вместе. Все. Да, Даня Корж, Инстаграм здесь. Все. Он привыкнет к этому углу, что ты сюда уходишь, он будет здесь тебя перекрывать. После этого движения всем. Вот сюда. Что он здесь закроет тебя, поймешь, что постоянно туда уходишь. Приучил, ушел туда. Ты видишь, что он тебя закрывает. Хорошо, отлично. Видишь, там угол был, отлично. Раз, два, вышел сразу.
sing. System. Паутина. Заматывают. Привет, ребят. Это ребята занимаются профессионально большим теннисом. Ага, из тенниса пришли к тебе. Да, пришли на подготовку. А, на подготовку? Функционально. А, функционально, да, для тенниса. Да. Потому что теннис же тоже, да? Похоже. А Димасик у меня начинал заниматься. Он, брат, вообще просто. Значит, вы боковые нормально бьете, да? Там же вот это, да? И ноги работают там. Давай, двойные прыжки. Большой теннис, да? Да. Возьмите поиграть нас как-нибудь. Молодец. Возьмут поиграть? Да. Да? Мы вас боксу научим, а вы нас теннис, давай. Ну, мы уже с Юрой об этом обсуждали. А, поснимаем все там, короче, как это все делать. На бокс меня уже не хватит, мне кажется. А? На бокс меня уже не хватит. А? На функционал там. Димас был лучшей ракеткой среди молодежи. Лучшая ракетка мира? Нет, России. Руки разводишь, потому что попробуй поуже. Попробуй поуже, и у тебя получится. О, молодец. Да. А ты сразу на тренера смотри. Мэй, может, ты точно так. Да. Ребят, ну что, буквально через день мы вновь видим кого? Данила Корж. Он здесь вновь. Мы спаррингуем, получается, понедельник, среда, пятница. В среду поработали. И вот он через день буквально вновь находится в боксерском зале «Цезарь». Его личный тренер сказал, что ты привыкаешь со своими спарринговать и лучше к парням. Что, ребят? Да. Ну что, сегодня, значит, проведем второй спарринг перед просмотром. Там, ну, подпишитесь, там, лайк. Ну, лайк в конце уже там, потому что я не могу вам навязывать, нравится вам или нет сейчас, потому что, ну, в конце концов, да? Если по кайфу, то... Но я думаю, что по кайфу, почему нет? Ну, подписаться и колокольчик нажать надо. По кайфу. То есть ты, получается, из Химок сюда едешь 1.5-2 часа? 1.5, да, где-то. Ну, ты на учебу заехал что-то там, АУ, да? Да. Плюс ко всему. Порешал чуть-чуть. Ну, знаешь, я тебе могу рассказать такой момент, что когда я в Нижнем Тагиле готовился, короче, ребят, мы ездили на спарринги из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Это, короче, ну, почти 3 часа ехать. И мы ехали 3 раза в неделю туда, ехали, спали в машине, короче, там, ну, пока едем, спим, отдыхаем, но все равно от дороги так устаешь. Приходишь, там, 10 раундов спаррингов с разными пацанами там работали. На автобусе, на машине. На машине, тренер нас на машине, да, забирал. Ну, а я-то постоянно пересадки, вот это все, да, получается, да, отдохнуть. Да. Ну, то есть, можно сказать, что он уже такой, ну, как бы, пришел, я сейчас уже на исходе. Это все оправдание. Excuse. No mercy. Я жил в городе Сходне, ездил по 50 минут на электричке в зал Бупасу. Это было в Буревестнике. Ага. Знаешь, да, в Буревестнике. Да. Там еще 10 пересадок нужно сделать, чтобы доехать. Еще пешком нужно. 10? Это реально? Нет, ну нет, ну не 10. Ну 20 тогда, да? Ну, там просто еще пешком нужно идти было. И оттуда, где я жил, на Сходне, нужно еще было пешком идти 15 минут. Короче, я в день тратил на дорогу по 2-2,5 часа. Ага. Понял? Я приезжал к 10 утра в зал. То есть мне надо было встать где-то часов в 6, чтобы там позавтрак. А ты ложишься 5, да? Да, я, короче, встал, я тебе рассказываю, я приезжал туда в зал, просто никакой, боксировал со всеми подряд, просто все говорили, вау, ты в хорошей форме. Я хотел им сказать, ребята, у меня нет выхода. Да, у меня нет выхода, реально. Поэтому, либо вы меня забьете. Да, либо вы меня забьете, либо я вас забью. То есть, ну, тут такая тема. То есть, нельзя там, знаешь, себе придумывать какие-то... Оправдания. Да. То есть, это бокс. Ты знаешь, то есть, ты должен... Когда ты идешь куда-то, куда ты точно знаешь, тебе не должно быть оправдания. Да, там... Ну, всем сложно. У всех разные обстоятельства, разные бывают вещи. Да, кто-то живет там... Ну, но это не кино. Это не
не кино. Тут нет такого, что в любой один день можешь сломаться. Каждый может сломаться. Поэтому, ну, это не кино. Надо смотреть американские фильмы и думать там, о, я сейчас там сплю как бомж. И бомж, когда спит на улице, у него одна мечта, чтобы не стать чемпионом мира. У него одна мечта, чтобы заснуть в хорошей постели, в теплом месте и покушать. А как это сделать? Нету. Да, и он думает, как это сделать. Понимаешь? А не о том, как станет ли он чемпионом мира. Поэтому не смотрите всю эту ерунду. Шаблоны. Да, шаблоны. У вас, вы все индивидуальные, все эксклюзивны в своей совокупности. И ваши обстоятельства тоже эксклюзивны, не похожи на других. Вот за это и нужно ценить жизнь, свой путь и идти его только вперед. Достойно. Разбавили мотивашкой, ребятушки, для вас. Ребят, вновь здесь поставлю, потому что, значит, секундировать, давать задания одновременно Юрию сложно. Да, да, вот. Невозможно. Поэтому я не могу, реально. Вот так поставлю, вы опять дадите свои комментарии. You know?
Поработали мы. Парень молодец. 19 лет ему молодец, сейчас готовится. Хороший пацан, да. Терпит, да. Терпит. Не хватает. У меня не хватает, наверное, опыта, да? Ага. Опыта именно, да? Да, не хватает. Боевого. Опыта, да, боевого опыта не хватает. Все равно какие-то на другом уровне, да, немножко. Но очень терпеливый. Да, не садится, да. Я ему печеночку раз просадил. Обычно, ну, и прям смотрю и думаю, когда он присядет, а он не садится, он терпит такой, да. Вот это качество хорошее. Так что, ребят, и у вас есть возможность написать мне в директ, сказать свой вес, сказать свой бэкграунд. Заплатить деньги. Заплатить деньги, прийти побоксировать. Прийти и пустить кровь. Помочь мне, я вам. Для подготовки, конечно, для подготовки очень-очень нужно. Ребят, должны понимать, сейчас мы уже, Серега уже на том уровне, когда он может заплатить какие-то деньги ребятам. За спарринг, да, когда подготовка у него начнется, такая уже плотная. Поэтому, в принципе, отказываться не нужно. Тут никто никого не убивает, там не уничтожает. Тут все... Нарабатываем свои темы какие-то, да. Что-то, вот. Спарринг ради спарринга, это для, вон там, для дегенератов всяких, непонятно. Да. Спарринг ради спарринга, хочешь голову отрывать, вышел и не понял, что сделал. Что-то наработал, и потом ты выходишь на ринг, когда ты знаешь, что сделать. А помните, как-то раз дед говорил в Санкт-Петербурге, 74 года которому, он сказал, я сильно не волновался только в тот момент, когда выходил на ринг с каким-то резервом, багажом, что-то было у меня, я знал, что я попробую, я знал, чем я буду стрелять. И так что мы сейчас здесь нарабатываем это не просто так, для того, чтобы мы выходили с чем-то. Выходить без плана на бой, это все равно, что... Нужен какой-то арсенал. Арсенал технических приемов, которыми ты будешь решать задачу, которая реально подходит под этого спортсмена. Чем хороши топовые спортсмены, да? У них есть в арсенале какие-то движения, да, технические навыки, которыми они решают и бой. Стопудово пройдут. Все, да, 100% проходит. Да, не надо 1000 там примеров, 1000 всяких комбинаций, серий бить. Нужно бить
то, что работает. Да, кайф. Бокс кайф. Это самое главное, что ту-степ качает. Ту-степ качает. Вот она пошла. Главное, руки нормальные. Да, да, да. Я тоже повышаю качество тренировки. Юра сейчас свой скилл повышает. Вот возникла проблема, да? У Вадика там болела рука. Я для себя понял, что надо пойти учиться. Там узнал, да, сколько стоит денег, да, там 10. Детравмированный круг, да? Да, да. Десятку, мне это нужно. Вклад. Это вклад в мою профессию, в то, чтобы мои ребята, да, не разбивали руки. Вот часто затепировался, руки не разбил, да? Все офигенно, здорово, ты все работаешь. Да. А с Олегом... Олег — это тот Касман, который, помните, меня тайпировал. Олег мне постоянно там подсказывает, да, какие-то вещи, да, там подсказывает, до которых я тоже додумываюсь, он мне раз говорит, вот это так и так лучше, так лучше. Я постоянно учусь, да. Опять же, знания стоят дорого, не надо про это забывать. Все, что бесплатно, это все ширпотреб. Реально, вот лично для меня... Шарлатанство? Да, это чистое шарлатанство. Но реально, там, бесплатно там, ну... Хотя сейчас и платное, знаешь, тоже шарлатаны какие-то непонятные. То есть ощущения, самое главное, почему я понимаю, да, тренировочный процесс. Я понимаю, какие ощущения в ринге испытываешь ты и твой соперник. Потому что ты был там. Да, я был там. Купался, да? Да, я купался. Купался, да. Не докупался. Ну, типа, понял? Купался в этом деле. Опять же, почему? Почему я пошел тапироваться? Вот я разломал себе руки, да? Посмотри, у меня вся рука разломана. С опытом. Я разломал себе руки все. У меня разломана рука. Я бы сейчас еще бы боксировал. Видишь? Да, вот это вот горочка. Видите? А надо... Вот она, да, горочка. А надо было всего лишь прооперироваться, да? Да, а надо было просто тапироваться. Я же сломал руку, тоже не затапированный. Все, нужно просто было тапироваться. Это все говорит о том, что индустрия настолько на маленьком, на низком уровне находится, что люди только сейчас дошли до того, что надо тейпироваться. Если в Америке тейпировались, фиг знает когда еще, когда там Али был, да, тейпировали руки людям. Понимаешь? Сейчас, у нас только сейчас дошло, сколько пацанов там, я, например, закончил, да, заниматься из-за этого. Потому что не мог вложить человеку, да? Ну, как бы я мог вложить, но если я вкладывал 2-3 раза и все. У меня рука потом разлеталась. Поэтому это очень важно. И те люди, которые там говорят, вот там, не хотят что-то покупать, учиться там, да, ну, камон, то есть, ну, будьте там, где вы есть. Ребят, с Юрой искренне вас попросим, просто вот, ну, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, оцените это, да, лайк. Да, следите и развивайтесь с нами. Если что-то надо подсказать, конечно, я помню про выпуск про левшу. Да. Чуть попозже я сейчас снимаю свой видеокурс, поэтому не совсем много времени. А вы ждите этот курс? Да. Two Step Boxing, да. Просто знаете, что мы для вас это делаем? Я вот эту камеру хожу, тут с камерой, мне разминаться надо, а я должен там что-то подснять для вас, там показать. Ребят, только вы мотивируете делать реальные такие вещи. Да, от вас идет мотивация. Мы нуждаемся в вашей мотивации, а вы в нашей. На связь.